И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Lost Island. И сегодня мы пойдем куда? Все правильно, за артефактом. Блин, я забыл, как он называется. Артефактов... Катинг, что ли? Ай, короче, забыл, да, в названии вы это все прекрасно видите. Так... Я, кстати, в некоторые это забываю вставлять, в некоторые видосы забываю вставлять вставки с картинкой, где эти артефакты находятся. Ну, как бы в левом верхнем углу всегда есть координаты, где находится вход. Да уж. Я вроде в прошлый видос с артефактами я забыл карту вставить. Я только сейчас об этом вспомнил, что я вроде бы забыл. Почему забыл? Потому что я монтировал ее за 2 часа до выхода видоса. Кстати, помните, я говорил, у меня здесь есть ахитинки, 3 штуки. Но они, походу, дело задиспавнились, пока я лазил по пещеркам. А нет, вот одна ахитинка лазит. В общем, я ее ставил сюда, сюда и сюда ахитинки. А, вот вторая там под хвостом лазит ахитинка. И где-то теоретически еще должна быть третья хитинка, но не вижу. А, не, вон там же также под мейвингом сидит. Пригрелись хитиночки. Так вот, благодаря тому, что у меня очень много цементной пасты теперь, она просто-напросто копится. Сколько? Уже 924. Если что, буквально, ну, полчаса реального времени было почти на сотку меньше. Вот. То есть это, к слову, о том, какие от них толки. Я помню, почему я хитинок никогда не томлю для пасты, потому что они, ну, толку от них немножечко маловато. По крайней мере, я вот когда томил несколько штук, помнится, на сервере что ли было дело, но они вообще практически несли. Дикие же несутся, как твари. Вот, поэтому с этим, как говорится, проблем нету. Рексульки стоят, тусуют. Здесь у меня 3 яйца. У них также урон, также ХП. Прям вообще, это первый раз, когда у меня ни одного яйца не сломал, потому что они все идеальны. Урон, ХПшечка, огонь. Так, и что еще хотел сказать? Да и, пожалуй, все. Там... желтый блюпринт дробовика. Единственное, что сделал для помпаша патрончики, поменял арбалет на помпарик. Вот, и как бы уже можно гарцевать в пещеру. Координаты пещеры, грубо говоря, 59 на 72. Вы это, надеюсь, видите по скрину. Я надеюсь, сейчас... Ах ты, что-то... Надеюсь, сейчас я не забыл вставить. Но я вставил, забыл. Но вы знаете, это ж я. Я по-другому-то и не умею. Так, летим мы правильно. Ой, ускорелочка, чтобы ускориться. И жмем слезть с седла. Не, ну бывает что? Я просто на Е нажал вместо этого, или на что я там нажал вместо кнопочки W по клавиатуре нажал своим лапищем, своей лапищей. Да. Короче, налетим в пошерку. В пошерку я примерно лечу по правильным координатам. В целом, карта прикольная, карта красивая. Если честно, вот если бы я там бы не спавнился, там... Как вы понимаете, очень читерное место. Цементная паста, металл, кристалл, камень, дерево. В общем, единственное, что там не находишь, если не ошибаюсь, это нефть. Ну, то есть цементная паста даже добывается. То есть, вот видели, да, как я хитинок просто... Они не диспавнятся. Сколько я по пещерам лазю и так далее. Везде тусуюсь. Почему они не диспавнятся? Потому что это ихнее место спавна. То есть, поэтому они и не диспавнятся. Так, 72, это мне вот... Так вот и назад, и вот сюда. Вот. Поэтому, я думаю, именно из-за этого они не диспавнятся. Не, возможно, что-то по-другому как-то это работает. По-другому вот это спавн-диспавн динусов. Можете написать, конечно, в комментариях, как это работает. Так сказать, по-научному. Но я заметил, что если в... Давай. Вот где-то здесь пещерка прям вот прям пролагивает собаки нехорошие. Вот, я заметил просто такую фигню, что если в этом...
куда ты ее переносишь, Диноса, то он деспавнится. То есть, допустим, если я хитинку вот отсюда перетащу туда, она как вариант задеспавнится. Вот что-то типа такого фигни я заметил. Но опять-таки же не знаю, возможно, это мои личные какие-то... Говорится, пару раз случилось, а я уже, все, короче, вот только так и бывает. Я увидел, ну блин, хочу посмотреть, что там внутри, но что-то труба не показывает, нифига. Ладно, так, давай яркость-то включим поярче немножечко. Она как бы ни к чему, но давай включим. 58 на 9, 72 на 3, это по идее вот здесь. Точно. А он так хорошо замаскированный вход. Так, прикольно. Так, братан, точнее, сеструля, а лети до дома. Отлично. И ко мне летит Фенрирчик. Ну что, погнали в пещерку. Так, ну давай, яркость-то пробужайся. О, наконец-то. Что-то она вообще не хотела пробужаться, этот туманчик. По координатам, то есть по карте, самое что смешное, везде есть вход, координаты входа и координаты артефакта. Я как бы этим не пользовался, но тут его нету. Тут даже координаты артефакта вообще нету. И это прикольно. О, Динос заспавнился, отлично, значит здесь можно тусить на этим. Уху! Уху! Оу, оу, оу. Не, если я-то вниз упаду, это точно не проблема будет. Где жемчуг? Где жемчуг? Так, нет, это не артефакт силы. Мне, если не ошибаюсь, Аркер писал, что в пещере с артефактом силы черного жемчуга до усрачки. Но мне как бы он и не нужен. Корабль! Я только сейчас... Не, я просто сразу начинаю задумываться, а как он образовался здесь? Как его сюда занесло? Ведь это же, мать его, за ногу сраная пещера. Давай, мочи! Мочи всех! Отлично. Охренеть. Ну, блин, ты все равно здесь что будешь тусить, вести у меня все, лазите. Так, вот это по идее... Так, мы люди не идейные. Давай возвращаться обратно. Что-то это, короче, путь куда-то в другое место. Давай, погнали на выход. Будем поочередно все следить. Блин, ну тут слишком атмосферно в пещерке. Погоди. Слишком атмосферно в пещерке. Прям вообще кайф. Кайф, кайфковый. Да, естественно, добыть их нельзя. Кайф. Здесь синего атмосферно. Мне это нравится. Так, погоди, там какая-то живка наверху. Ох, козлы, да? Иди сюда, мать твою, за ногу. Иди сюда, я тебе сейчас покажу, где раки зимуют и где скорпионы подыхают. Козлы тут, да? У меня теперь есть... Ой-ой-ой, трабаш не перезаряженный. Подожди. Хоп! Ха! Сожрался. Отлично. Так, ну ладно, добывать их я не буду. Просто посмотрим, что здесь. Ох, кайф. Кайф. Дракончик такой прям. Супер. Кайф. Я пару скринов сделал. Я просто стараюсь во время видоса делать скрины. Не забывать почему. Потому что потом тяжело найти нормальную картинку. Честно, тяжело потом найти нормальную картинку. Порой аж это бесит в интернете. Раньше, когда сильно не заморачивался, было вообще прям изи. Добрый вечер. Так. Ну, это, естественно, тоже добыть нельзя. Жаль, могли бы и оставить добычу у них.
Так, здесь у нас дальше мы спуститься не можем. То есть здесь... Ага, вот. Зато вот так могу спуститься, да? То есть вообще, по идее, я могу сюда... И без полета забраться. Прикольно. А сюда мы стал так запрыгиваем, вот так пролазим. Не, нифига. Ну отсюда-то я не запрыгну. Да. Как-то все слишком заморочено. А летать удобнее. Ладненько. Фенрир. Погнали. Кораблик посмотрели, что там внизу. Я думаю, мы сейчас туда спустимся. Каким-нибудь кругалем пройдем и спустимся туда вниз. Так. Ну, понятное дело, это доски с корабля. То есть они разобрали корабль частично. Чаще всего так и было раньше. То есть приезжали куда-то, приплывали, точнее, на корабле. И первыми материалами для жилья служили доски с этого самого корабля, то есть на котором они приплыли. То есть если они уже собирались обосноваться окончательно, то это... То есть они разбирали корабль, и это все дело служило для, так сказать, шло по второму кругу. То есть они разбирали доски. То есть, во-первых, уже доски были изначально обработаны. Это тоже стоит учитывать. О, вот синий самоцвет. Отлично, мы теперь есть сет самоцвета. Вот, то есть уже доски были изначально обработаны. То есть они... Ну, то есть они более обработанные были, нежели для обычного, так сказать, для обычного жилья. И плюс они уже были обработаны водой. То есть долго плывет корабль и так далее. То есть он его, вода, как говорится, обрабатывает и более устойчивым делает к осадкам. И это было очень даже плюс для людей. То есть для первых домов прям вообще был огонь. То есть и... Потом уже они начинали добывать какие-то древесину и так далее, то есть распиливать и, ну, то есть производить обработку материалов. Вот, поэтому вот такое в целом это не удивительно видеть. То есть, когда бах, из ниоткуда доски появились, откуда вы доски взяли, нет, как бы это как раз-таки, о, добрый вечер, вот, это как раз-таки очень даже нормально. Очень много кристаллов. Так, здесь мы делаем кругаля, либо поднимаемся наверх. Возможно, там есть артефакт. Ну, не артефакт, а дроп. И он просто-напросто не заспавнился. Сюда я, по идее, возвращаюсь. Возвращаюсь туда, где я был. Да, вот. Здесь типа был еще один мостик, но он со временем сломался. Ну окей, допустим. Ну, потому что видно, что именно сломано, то есть это то, что не недостроено, а именно сломано. Мне очень интересно, вот все. Я почему не люблю играть какие-нибудь игры на прохождение и так далее. Я начинал играть Ведьмак, допустим, на прохождение. Первый Ведьмак, у меня куплены все три Ведьмака. Вот, они были по распродаже. Я их купил без заморочек. Вот, и... Так, ну это... Слушай, это смахивает на силуэт человека. Все-таки вот на рука, это одежда, голова. Это вот имплант. Это явно имплант. Ну, прикольно. Вот, я начал играть, и я понял, что я не могу вот такие вот игры. То есть я просто начинаю каждый угол исследовать и так далее. И я понимаю, что, ну, это такое себе выглядит на стриме. Я перестал это делать. Потому что я лучше... Кстати, это уже получается выгоревший немножко. А, нет, это просто из земли достаток кристалл, поэтому он снизу такой темный. Но прикольно, когда у тебя есть бесконечный источник света, грубо говоря. Ну вот, я поэтому перестал снимать Ведьмака. О! О! Ах ты ж, нифига себе. А я мог и упасть. Так, погоди-ка, а это случаем я сейчас не вернусь кругаля к кораблю? Или здесь тоже жемчуг? Это круто. Это круто, это очень много жемчуга, это круто.
Ну, давай сначала дойдем уже до конца, а потом будем пытаться найти спуски вниз и как туда, как говорится, добраться. Вот на кораблик. Вот то самое место, я же говорил, как вариант, сделаем круг а-ля и вернемся. Вот оно, это и есть. Чаще всего я заметил уже, что пещеры они делаются плюс-минус одинаково. Опа-на! А я мог и здесь пройти. А вот это прикольно. Добрый вечер. Я этот проход здесь не видел. Ну, в смысле, я вон там тусил, но в эту сторону я не глянул, я вайс фрилял, но то я не заметил. Прикольно, то есть ты получается я мог вот там кругаля вообще не делать, то есть я мог здесь пройти напрямую, то есть даже без полета можно пройти напрямую. Единственное, что Динос, да, не пройдет, то есть это только с креоподом. На, добрый вечер. В общем, моя дотошность, я посчитал, что не такая уж и интересная, вот, и я решил, что это я лучше игры буду играть для себя, когда буду на них находить время. Да, это прикольно, когда удобно, я бы даже так сказал, когда ты играешь игры на стриме. Почему? Ну, потому что ты как бы и игру прошел, и время как бы потратил, и на YouTube потратил время, и игру, как говорится, прошел. А что? А здесь ничего и нету. А здесь только пещера с кристаллами. По сути, здесь ничего нету. Я, возможно, там где-то пропустил проход. Так, ну погнали, посмотрим. Так, ну здесь мы точно никак не можем спуститься, кроме как просто упасть. По идее, пока что я этого не вижу места. Вот, погнали назад. Так, а здесь у нас что? Это я сейчас возвращаюсь назад, если я не ошибаюсь. Да, это я возвращаюсь назад. А вот как раз-таки повернуть налево, это будет уже спуск вниз, точно. Все. Все. Значит, я правильно иду. Ну, логично, что он вниз, этот спуск. А куда там еще? Тем более, вот видишь, немножко такой под уклоном. Очень много синих кристаллов, это хорошо. Но и здесь с кристаллом проблема. О, спасибо, дроп. Есть хоть что-то уже интересное. Что-то внутри. Дубина, бронька, допустим. Здесь как такого сильно-то и не нужно. Кстати, да, вот у меня есть здесь посмотреть. Да, давай вот так скинчики уберу. То есть, какие у меня шмотки здесь надеты. То есть, металл, хитин. То есть, что было, так сказать, получше, то я и надевал. Единственное, что шлем я не нашел получше. Ну, так чтобы броня была получше все-таки, нежели она у меня есть. Нежели просто металл. Я вот... О, вот артефактик. Добрый вечер. Я единственное, что могу пройти какие игры, допустим, на стримах и так далее, это простые. Простые, допустим, как ретро-игры простые. В смысле там... У Оникса в инвентаре было мясо. Это серьезно? Прикольно. То есть вот простые игрушки я могу проходить. То есть они вот такие вот ретро. То есть они идут линейные. Вот их я могу спокойно на стримах проходить без лишних заморочек. Вот, как я сказал, вот на спуск. Отлично. Что у нас здесь? Какой жемчуг? А, вот здесь тоже черный жемчуг. Вот он не только, оказывается, там есть. Отлично. Еще. О, добрый вечер. Пошел нафиг. Вот. То есть, ну и да и в целом, то есть, не обязательно только ретро, это игры, то есть игры, которые либо выживачи, да, то есть, ну как бы вот арк этот. Ну, кстати, это не только про стримы говорится, это еще и про видос. Арк, Конан, Раст, Seven Days to Die. Дальше просто перечисливаю, какие у меня игры есть, и которые прям реально я точно могу играть на запись. Don't Starve. Тоже прикольная игрушка, мне она прям мне очень сильно доставляет, она мне нравится. Вот. Кстати, это один спуск, там другой спуск, который около входа, это другой спуск.
Вот, то есть, ну, так вот, сложно в этом плане мне играть, что-то исследовать. Я стараюсь каждую... Это я сейчас вот на видосах вам показываю, что вот топ подошел, посмотрел и убежал. Хрена с два бы я бы убежал, если я бы здесь был бы одного. Я бы еще бы минут, наверное, 10 около корабля тусил бы рядом. Вот тот... Без шуток, реально, без шуток. Я бы еще минут 10... А, это я обратно пошел, все, я понял. Минут 10 бы около корабля тусил, я бы рассматривал его элементы и так далее. То есть мне вот это вот исследование, я просто... До идиотии порой доходит. Ой, добрый вечер, чуть не улетел. Как ты высоко прыгаешь? Точнее, как далеко прыгаешь. Так. И куда это я иду? Ну, здесь я точно не был, это уже радует. О, желтый дропик, это хорошо. Как говорится, если здесь не был, то это уже радует. Почему я радуюсь, когда есть всякие эти живки в пещерах? Потому что... Так, бля, принтики. О, лонг. Лонга, прикольно. Потому что если ты куда-то заходишь, и ты думаешь, а будто я здесь не был. О, живка, не был. И побежал довольный. То есть это как бы немножечко голову разгружает о том, был здесь, не был и так далее. То есть ты дальше уже бежишь, ты уже знаешь точно, что ты здесь был. И меньше заморачиваешься. Так, отлично. На этом куда-то уже на подъем идем. А здесь мы делаем круг, а-ля возвращаемся в то же самое место, только по другому пути, да. То есть у тебя есть выбор, типа, пойти через Диносов или пойти не через Диносов, но который тебя сагрится через стенку. Лучше через Диносов. Ну, я всю живку называю здесь Диносами, как бы это как это был комментарий, это, типа, не вылупился, а родился. Да что, такой резонный вопрос, а те, кто... вылупляются, они не рождаются. Ну, то есть, как бы такой философский вопрос, поэтому живку, да, в этой игре легче назвать всех диносами, чем заморачиваться. Вот это обязательно живка, а вот это обязательно динос, а вот это вообще-то ракообразный. То есть, я вот так сильно не заморачиваюсь, поэтому мне так легче. Нет, понимаете. Так, но пещерка-то, собака-то не маленькая. Да и жемчуга, слушай, здесь так не кисло. На всякий случай. Все-таки заходишь в такое место, что лучше это... Лучше на всякий случай. Так не кисло, жемчуга. Не кисло, не кисло, не кисло. Я думал, там буду еще не скоро... Обожаю свои рейты. А! Это склейка. Я думаю, что-то не могу, что здесь валяется такое. Это склейка текстур. Вот. Я честно думал, что еще не скоро появится. Ну и вот, пожалуйста, куча черного жемчуга. Вообще в огонь, огонь, огонь. Так что я не знаю, что мне еще из ресурсов-то нужно, по идее. Так, это мы находимся не у корабля. Ага, этот был тот спуск, ясно. То есть это еще не место от корабля. Интересно. Так, это точно не здесь, это точно вот туда бежать. Если не ошибаюсь, что сюда, это чтобы по обратку бежать. То есть мы опять уходим в аппендикс и... Да-да-да, все правильно, Мигло. Уходим в аппендикс и только для золотования ресурсов. Возможно, там еще какие-то дропы должны спавниться, но типа камон, тоже как бы. Вот он еще одна склейка. Типа, камон. Ой, на этом. Ой, господи, забыл, как называется канал. А к выживанию, к заметке. Ой, сейчас я скажу. На канале Арк заметки первопроходцев. Помнишь, что с заметками? Что с первопроходцами? Ну, блин, боялся неправильно сказать. Вышел новый видос. По заметкам арка. Это, блин, прикольно. Если что, благодаря... долетай! Пожалуйста! Эх, не долетел! Ладно. Будем считать, что я долетел.
Но благодаря ним я, можно так сказать, и решил пройти арк от и до самого начала, до самого конца. То есть благодаря им, можно так сказать, я и снимаю вот это вот все дело уже сколько? А летом уже будет 2 года. Два? Или год? Два. Я в 21-м уже начал. 21-м начал снимать! Еб, твою жаду. Вот. То есть вот, благодаря им я и все это и делаю. Прям не шутя. Давай! 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 Прыгай! Прыгай, красава! Так. Ну, здесь, понятное дело, я уже никак туда, по сути, кроме как на летуне, либо группуне, либо еще что-то сюда не добраться. Это логично. L. Логичность. Вот, поэтому, да, сразу же ставим телепорт, 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 вот, телепорт. Текс. Каттинг. Каттинг — это у нас хитрости. Артефакт к хитрости. Арт. Ой, я где-то пишу арт, где-то пишу артефакт. Так, да. Арт. Для чего? Точнее, почему? Потому что я каждый раз забываю, что я писал. Пишу обычно артефакт или арт. А какая разница? Самое главное, вместе, вместе. Вот и все. И в жопу все. Так, ну, отлично. Спуск вниз есть. Это кайф. То есть ты в любой момент можешь подняться, спуститься. То есть пешком, без Диноса, либо без крюкошки. Единственное, что нужно, это взять артефакт. Все. Все остальное можно спокойно и так лутаться. Здесь тоже ничего такого нету, только куча кристаллов. Так, куча кристаллов. Подожди, эти кристаллы добываются вообще? А то я говорю, что здесь в этой пещере куча кристаллов. Да, куча кристаллов, то есть эти кристаллы все добываются. То есть в этой пещере куча кристаллов, куча синих кристаллов. И черный жемчуг, черный жемчуг. Да, очень много его, это хорошо. Я не против. Ну, не стоит напоминать, что хитина в этой пещере тоже не кислым. Вопрос только в другом, как быстро он заспавнится. Вот, но как бы хорошо. Вода вся бегательная, то есть не плавательная, а бегательная. Это очень удобно, то есть пробежаться пешком здесь легко и быстро. Ну, по крайней мере, там, где лутаешь, там тебе не нужно плавать, не нужно заныривать. А значит что? Правильно. Ты как бы это не тратишь кислород, тебе не нужно дополнительные какие-то ресурсы. В плане, что баллон для воздуха брать и так далее, чтобы где-то занырнуть, чтобы где-то что-то залутать и так далее. Так. Мне интересно, что тут. А, нет, просто. Просто была текстурка. Не более. Ну, показалось. Не показалось. Так, по идее, мне остается только еще одно место посетить. Одно место посетить на входе. На входе. Там надо как-то спуститься вниз около корабля. А вот как? Сейчас по ходу дела и будем узнавать. Так, вот на это самое место. Тут как? Туда спуститься вниз. Вот что мне интересно. То есть, да, спрыгнуть — это понятное дело. Но можно ли туда спуститься вниз? Отлично. А лишних яичек не бывает. Да. Отлично. Пускай будут. Вот как туда спуститься вниз? Может, я просто какой-то проход проморгал, просмотрел? Ну, я не вижу. Поэтому давайте спрыгивать вниз. Лошара. Я просто не видел корабль. Я здесь уже был, фиг знает когда. Я просто не видел здесь корабль. Ё-моё! Это вроде бы второй спуск, где я лутался. Да-да-да. Офигеть. Я просто вот из-за вот этой скалы не видел корабль. Я смотрел вверх, но я не видел корабль из-за света, из-за скалы. Ё-моё. Ну и что получается? Получается, что все, я все прощал.
И вот он, собственно, выход. Кайф! Пойду телепорт поставлю на вход. Ну и вот как-то так, без всякого шлака вокруг, без всяких деревьев, камней и так далее, выглядит вход в пещеру по-настоящему. Вот такие вот дела, вот такие вот путешествия. А в целом, что могу сказать? Не кисло, так жемчуга, неплохо, ресурсов, немало. Хитина, где-то там хитинчик, о, хитинчик, много хитинчика. Всякого шлака, конечно, тоже много, но это уже другое. Как говорится, это уже другая история. В целом, прикольная пещера, маленький такой лабиринтик, удобно, много ресурсов, весело, задорно, красиво, что немаловажно. Такие вот дела. Ну а я что? А я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.